Здравствуйте, это снова я. Сегодня покажу вам, как можно починить систему охлаждения. В прошлом видео, когда я показывал, что у меня немного согнута система охлаждения, нужно выпрямить, я ее нечаянно сломал. Давайте я покажу, как ее можно восстановить. Кстати, за один день термопаста так и не высохла на открытом-то воздухе, в принципе, что говорит о том, что все-таки хорошая термопаста. Ну что ж, для начала нам понадобится бумажка, то есть там, где мы будем подкладывать под что-то, чтобы не заляпать наш столик, мой столик. Ну, вы все там хотите делать, хотите нет, это уже там ваше дело. Так. Дальше нам нужно что-то подложить под. Так. Что-то под систему охлаждения для видеочипа. Нам нужно что-то под него подложить, чтобы он держался на одном и том же уровне с охлаждением для процессора. Это будет в моем случае вот так вот выглядеть. Как-то вот так вот. Так, и под, вот сначала лучше тогда под процессор. Что-то. Вот так вот. Нет, там же будет клей. Что-то такое, чтобы не сильно выпирало. Так. Так, тогда уж вот надо вот так вот их сравнять. Вот, только... Вот так вот, вот мы их сейчас, вот они сейчас сравнялись по уровню, то есть они сейчас будут прямые, когда мы их правильно склеим. Вот, теперь нам нужно что-то, чтобы подложить под нашу охлаждение для видеочипа. Сейчас мы тоже что-то выберем. О! Нашел старая резинка стирательная. Так. Блин, чуть-чуть высоковато. Чуток сейчас. Да, чуток. Вот проще тогда, наверное, будет сейчас подложить сюда вот. Нет, еще немного. Вот, отлично, вот. Вот. Все, теперь нам нужен эпоксидный клей. Я использую Уху Плюс. Вот такой вот, это эпоксидка. Дальше, теперь нам нужно что-то, где это смешивать. В моем комплекте была вот такая вот ванночка. И чтобы это все перемешивать, у меня есть вот такая вот палочка. Если у вас нету, то я как бы не виноват. Ну, найдите что-нибудь. Вот. Открываем. И пытаемся равномерно. То есть в моем случае мне нужно один к одному сделать смесь. Вы уже там у себя определитесь, как будете делать. То есть там обычно на коробочке написано. Все. Много не выдавливаем.
Так, вот, отлично, все. Так, секундочку. Так, вот. Все, выдавили. Вот. Теперь смешиваем. Вот такая вот получается желтая, ой, смесь на сопли похоже. Так, и теперь по чуть-чуть, держа ванночку рядом. Накладываем эту смесь. Так. Вот. Ой, палочка сейчас упадет. Так вот так вот. Так. Нужно подложить бумажечки. Бумажку под систему охлаждения для ноута, для видеочипа. Они вот так, блин, ровнее примерно. Ё-моё. Так, вот. Сейчас. Бо. Так, вот. Надо что-то теперь подложить потяжелее, чтобы... Чтобы это уравновесить. Так. Так, 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 так. А, вот, вот. Так.
Вот, все. Конструкция отлично держится. Так, только вот тут вот немножко. Все, теперь оставляем вот это вот застывать на несколько часов. Все. Эпоксидный клей выдерживает высокие градусы, то есть он, конечно, не сказать, что он огнеупорный, но он выдержит. Нагрев от нашего видеочипа. Так, вот. Ну, все, в принципе. Теперь просто нужно ждать некоторое время. И все. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое личное мнение, как вы думаете, будет ли это держаться или нет. И пока-пока. Не забудьте, еще есть группа ВКонтакте, туда тоже подписывайтесь. До скорой встречи.